Так, ну давайте будем начинать тогда. Вторую часть. Пятиминутный перерыв немножко затянулся у нас. Ну, понятно же, день рождения Роберта Бёрнса. Как же тут без шотландского виски? Никак нельзя. Да, да. Ну вот, черт побери, не могу я вот как Рая взять что-то такое веселое и юмористическое спеть. Не получается. У нее, правда, философское все, но тоже такое. С джазом хорошо. Будет самая такая вот мертвая лирика. У тебя сегодня очень красивая подборка. И я прямо требую, чтобы видео, как только оно появится, мне было отослано, потому что некоторые песни я хочу взять вот в свой. Ой, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Да, да, сейчас вам все включат. Ну, здесь, я да. Сказала, что невероятная подборка красивая у Ильшада сегодня. Песни, которые я не слышала. И если будет видео готово в скором времени, я прошу, чтобы мне было переслано это видео. Потому что некоторые песенки хочется взять в свой репертуар. Невероятно красивые, да. Да. Вот это вот очередной мой выход. Начну я, конечно, сейчас с Ландсберга. Вот. Огромное количество песен, которые хочется вот, из того, что он поет петь. Но вот эти вот самые-самые, которые вот, «Трава забвения», это вот я буду, первый раз вообще буду петь. Я к ней очень долго подходил, и надо еще понять. Вообще говоря, Ландсберга читать просто так, значит, очень сложно. Если подходить с точки зрения формальной поэзии, то есть там не везде причинно-следственная связь, так сказать, прямая, там что, зачем, почему, там, с предлогами и прочими. Но цепляет вот за самое нутро. Вот слушаешь, и потом какие-то образы возникают. В общем, такое ассоциативное образное мышление, поэзия удивительная. Ну и самые такие замечательные песни, все посвящены другу, Борису Вальдерштейну. Я пытался найти, кто это такой. Нету нигде никакой информации, кто такой Борис Вальдерштейн. По крайней мере, вот этот Ландсберг, так сказать, из него сделал знаменитого человека. Да. Он выдуманный, что ли? Я не знаю. Информации я не нашел никакой. Потом подскажете, ладно, о нем, потому что это самое. «Трава забвения». Не выше пояса забвения трава, друг от друга нас дела оберегали, а мы идем себе своими берегами, и друг от друга глаз не можем оторвать. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. А мы идем себе вдоль времени реки, тропинка катится то круче, то положе, и наши женщины становятся моложе, а мы 17 и все так же старики. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. Река осенняя, туманная река, мила зима, да лед то треснет, то подтает, милей весна, да только жаль, мосты сметает, лишь летний брод, да не видать его пока. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. Не выше пояса забвение трава, как друг от друга нас дела оберегали, а мы идем себе своими берегами, и друг от друга глаз не можем оторвать. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. Ну, еще одна вот такая же тоже песня Ландсберга, тоже посвящение Борису Вальдерштейну. Вот, он обязательно, когда ее поет, говорит некоторые пояснения, чтобы, так сказать, все слова были понятны. Там Харон — это тот самый древнеегипетский бог, который перевозил
души людей на другой берег Стикса. Значит, здесь используется слово «локоть». Локоть как единица измерения длины в Древнем Египте, чтобы было понятно. Ну и здесь вот ингулец, который вызывает сюда особую реакцию, это приток Днепра, куда как раз ребята ходили регулярно на сплавы, походы и так далее, чтобы было понятно, о чем речь. Это Синева, Ландсберг. Условимся, трупов не будет, отпустим. Хорона гулять, пусть напьется, пусть дарит по бабам, пусть ходит в кино, черт возьми. И устроимся сами на веслах, и время покатится вспять, и немного побудем детьми. Мы с тобой когда-то построили дом, кто живет в нем теперь? Мы в иные стучались дома, говорят, там полно малышни. Было время, ни дня без письма, как сейчас удается терпеть. Кто ж мы ныне и как там они? Что давно мы не видели старче, плевать. Каждый шаг, каждый вздох в туме слышен за тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби, ты под солнцем тогдашним потей. Может, снова на нас не зайдет синева. И глаза наши после дождя в этот мир голубой, голубой, в этот легкий пока еще груз. Что там думать, впрягись и тяни под гитару про осень, про дождь, про любовь, про любовь, вот любовь, остальное в тени. Эта тень наплывет чуть попозже, и мир все темнее и темнее ощетинится, зубы оскалив, такой неживой, неживой. И тогда-то не дай тебе Бог хоть на миг в этом царстве теней разлучиться с твоей синевой. Что давно мы не видели старче, плевать. Каждый шаг, каждый вздох ты не слышен за тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби, ты под солнцем тогдашним потей. Может, снова на нас снизойдет синева. И раздуются пусть животы годовых, не вмещая колец, мы, кряхтя, примостившись на банках, дележку затеем опять и спихнем мифологию снобом, оставим себе ингулец, может, что-то покатится вспять. Уф! 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 Было абсолютно уверен, что не забуду. Ну и этот, под завязку этого блока, значит, песня, которая тоже самая мне удивительно давно нравилась, но не мог я, так сказать, осилить. Надо было, видимо, как-то немножко подрасти в голове. Вот это Геннадий Шпаликов, великолепный поэт, просто блестящий поэт. И песня «Людей теряет только раз». Там, правда, версии разные, «Людей теряет», «Друзей теряет». Ну, стихи «Людей теряет», да, так, по-моему, она была написана, да. Теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Пока он площадь переходит, его немедленно вернем. Поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем и праздник для него устроим. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем. Пока он площадь переходит, пока он площадь переходит. Людей теряют только раз,
и след теряя не находит, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит, пока он площадь переходит. Вы знаете, когда жила на севере, цену солнцу, конечно, там познаешь невероятную. Вот. И я просила друзей, которые приезжали, значит, с большой земли, так называемой, чтобы они привезли там кленовый листочек, что-то такое вот, что оттуда, с большой земли. И мне из Санкт-Петербурга, я помню, прям букетик кленовых листьев привезли, и это все на стеночке. Я, значит, как-то так вот аккуратненько раскладывала, и это меня все грело. Вот. Мало солнца было, да. Но когда я переехала в Москву, я так мечтала о кленах. Выяснилось, что под моим окном растет раскидистый совершенно клен, который заслоняет и так то солнце, которое тоже так нечасто попадает в наши окна. Вот, поэтому эту песню я дописала все-таки. Выйти утром на дорогу, не загадывать пути, идти навстречу солнцу, просто выйти и идти мимо страхов человечьих, из былого и значи, все навстречу и навстречу восходящие лучи. Если солнце взойдет, боль отойдет, тьма обойдет. Есть ли день впереди? Солнце, солнце, солнце взойди. Солнце, солнце, солнце взойди. Выверяя день и слово, грею истину в зале, все, что есть во мне пустого, солнце выжжет на заре. От того-то жду мгновение, как последнюю зарю. Не померкни, не померкни, не померкни, говорю. Если солнце взойдет, отойдет, тьма обойдет, есть ли день впереди? Солнце, солнце, солнце взойди. Солнце, солнце, солнце взойди. Упаси над златом гнуться, рассыпая пыл и стать, только верить и тянуться, только жить и прорастать. Выпью зарево до донца и растаю без следа, только б знать, что это солнце ныне, завтра и Wadidaw.
пройдет, тьма обойдет, есть ли день впереди, солнце, солнце, солнце взойди, солнце, солнце взойди. Ох, забавно я скажу вам, зверушка, муравьишка на ладони моей. Для меня забава просто игрушка, я могу его чуток постращать. Быть, однако, справедливой стараюсь, хорошо себя башком ощущать. Ну, приятно мне, ну, каюсь. Он в предчувствии возможной беды, все бежит и все не может добраться, натыкаясь на свои же следы, вверх и вниз по растопыренным пальцам, и несется от судьбины своей. Это я его судьбина всего-то. Ах ты глупый муравей, муравей, захочу тебя, прихлопну в два счета. По натуре человек я не злой, понимаю в этой жизни немножко, как тебе не сладко, так и со мной. Я у боженьки сама на ладошке, ты давай-ка, муравей, жми домой. Без меня тебе судья чай найдется, а за то, что ты вернулся живой, мне должно быть перед Богом зачтется. Только боженька хитер по всему, ценит он не деловые моменты, тоже любит, когда скучно ему, на прохожих ставить эксперименты. Иногда он мной себя веселит, и тогда меня хватает кондрашка, напугает, сам довольный глядит. Ну давай, давай, ползи, Чебурашка. Давайте вспомним, что сегодня еще одно день рождения. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет, представляете? Что это был бы за человек? Удивительно, конечно. И уже трудно представить, наверное. Но как замечательно, наверное, все-таки уйти в таком возрасте, когда ты молод, юн и всегда впереди. Это удивительно. Песни настолько свежи. Вот я сейчас спою одну из песен Высоцкого. Когда-то, когда я работала у Сергея Никитина, работала с детишками, ну, слово «работала» — это даже неприменимо, вот общалась и, в общем, учили мы песенки, то решила я, чтобы детки спели эту песенку, вот именно эту, про опального стрелка. Но там одно слово, оно прямо вот выбивалось из колеи, и я подумала, а ну как-то вот дети будут петь, да, слово «портвейн». Слово «портвейн» так вот как-то. А потом подумала, а разве портвейном наших детей удивишь? Не удивишь, да. Да, и замечательно совершенно детки пели, и за короля пел Сергей Никитин. В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вебря громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Появился дикий вебря громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур.
Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тогда издал 3 декрета, а зверя надо удалить наконец. Вот кто отчается на это, а тот принцессу поведет под венец. А кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве как войдешь, так прямо ж наискосок. В бесшабашной желтоске и гусарстве бывший лучший, но опальный стрелок. В бесшабашной желтоске и гусарстве бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры, хвать стрелка и во дворец волокут. И король ему прокашлял. Нет? Я буду, я читать тебе морали, юнец. Но если ты только победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. Но если завтра победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок, да это что ж за награда? А мне бы выкатить портвейн на бадью, а принцессу мне и даром не надо, а чудо-юду я и так победю. А король? Возьмешь принцессу и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму, ведь это все же королевская дочка. А стрелок, да хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейн он отспорил, чудо-юду победил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок. Владимиру Высоцкому, браво! Это вообще песня школьной юности, мы еще в школе пели. Да? Да, хулиганили. У моего дяди, у папы Сережи Ларионова были такие большие бобины, ленты, там запись на какая-нибудь там 9-12 раза, непонятно, специально собирались у него дома и сидели и слушали запись часами. А я первый раз услышала, она вот такой маленькой пластиночке, «Миньоны» они, да, назывались, по-моему, и там «Вдох глубокий, руки шире, не спешите». И мне подружка сказала, что это из тюрьмы, дяденька. Да. Да, почему-то вот потом все открылось. А голос-то у него. Теперь да. Ты. Да, я. Так, ну мой заход, значит, опять будет не так весело. Немножко будет и грустно, и хорошо, но песни уже будут такие более старые, значит, известные. Вот, когда у нас Вадим Егоров был в Уфе на первых посиделках после открытия фестиваля «Агитель», мы там вечером сидели на юности, как-то ужинали, и вот я решил эту песню спеть, потому что давно я пою. Он так посидел, послушал, говорит, слушай, говорит, а я его лет 30 уже не пою. Вот, и потом уже на концерте, когда он приехал, делал большой двухчасовой концерт, он и спел. Вот, это пьяная песенка «Пьеро». Мне очень нравится, она вообще про нас, про всех. Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню. Пожалуйста, не сетуй, но знай, что до сих пор оплеванный пьерок
на тоненьких ногах шатается по свету. И мы, встречаясь с ним на ленточках дорог, не ведаем, бредя, с перо почти что рядом, что просто он подрос, напялил свитерок и стер с лица сурьму, белила и помаду. Но сбросив мишуру, фигляра и шута, в нем корчится душа, орущая былая, и полночью, когда с улыбками у рта людские души спят, душа Пьеро пылает, и на ее огне он стряпает стихи, и дремлет на плече у розоватой зорьки, рука его легка, глаза его сухи, а строки на бумаге солоны и горьки. На утро позовет и сумку как сумму, забросив за плечо, он скатится с порога, и все же я, представь, завидую ему, и все же я, поверь, иду его дорогой. Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста, не сетуй, но знай, что до сих пор заплеванный Пьеро на тоненьких ногах шатается по свету. Из таких туристских больше песен, это у нас почти забытый автор Александр Краснопольский, но мы его песни поем, особенно когда Рая Маяцкая собирает нас в такие туристские проекты, называется проект «Песни путешествий». Кстати, о песнях. Егорова. Впервые песню Егорова «Облака» я услышала в исполнении Раи Маяцкой. Я пришла в клуб авторской песни, меня привели за ручку. Это вот в каком году-то, сейчас скажу, 83-й год, наверное, да-да-да-да-да. Я не знала, чем занимаются в клубах авторской песни, правда, я не это. И вот сидит народ, и Раечка взяла гитару и совершенно сногсшибательно спела песню. Я удивилась, что такие песни бывают. То есть я не была посвящена в мир авторской песни. И вот Рая к этому приложила. Да. Тебе спасибо, Раечка, да. Да. Маршские жезлы, Александр Краснопольский. Дорога, дорога, ты стала белей от снега, что выпал с утра. Лежат на тебе паруса кораблей, которые жгли мы вчера. Но та же ноша, что мы несли, опять за моими плечами, и в ней наши маршальские жезлы, тревоги, разлуки, печали. Дорога, дорога, прошу, подскажи, куда нам причалить теперь? Во что надо верить и как надо жить, в какую стучаться дверь? Горьким цветом цветет полынь, качаются в такт метели, блестящие маршальские жезлы у нас в рюкзаках потускнели. Дорога, дорога, богиня-бродяг, мы спины привычно горбя, летя за мечтою, смеясь и шутя, протопали мимо себя. Осенние ветры все так же злы,
все так же туманны дали, валяются маршальские жезлы, которые мы потеряли. Дорога, дорога, ты стала белей от снега, что выпал с утра. Лежат на тебе паруса кораблей, которые жгли мы вчера. Но та же ноша, что мы несли, опять за моими плечами, а в ней наши маршальские жезлы, тревоги, разлуки, печали. Печали. Из очень старых, ну и вот песни, которые часто поют на слетах, на фестивалях. Вот, но, к сожалению, авторы один за одним ушли, но тем не менее эту песню всегда хочется петь, просто хочется. Это вот Юрий Панюшкин, Сергей Анцинов, это «С нами ничего не случится». Вот я думаю, сейчас мы вместе обязательно хорошо вспомним, да? В сентябре на таежную реку свесится дождь и качнутся ветра. Лист упадет, как письмо человеку, и перелетная крикнет «пора». С нами ничего не случится, память уведет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заплутало с утра. И не вернуть уходящего лета, как не вернуть уже прожитых дней. Свечи берез среди серого цвета, говор тайги ни о чем не жалей. С нами ничего не случится, память уведет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заплутало с утра. За сентябрем, за недолгой рекой, домик в тайге и последняя ночь. Можно еще дотянуться рукою, но возвращение не превозмочь. С нами ничего не случится, память уведет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заплутало с утра. С нами ничего не случится, память уведет во вчера. Солнце одинокою птицей в тучах заплутала с утра. Да. Как вот мы не договаривались. На самом деле мы хотели даже репетицию одну провести, но не получилось. Ни по времени, ничего. Но, тем не менее, программа составлена так, я вот удивляюсь, ты сейчас сказал, многие ушли. А у меня степь, понимаешь? Да. У меня такой будет татарский блок, можно сказать. Олег Митяев говорит,
а что ж ты, пой татарские песни, сделай программу на татарском языке. Я говорю, я бы с удовольствием, но я ж татарского не знаю практически. Вот, на башкирском, да. Как сын мой говорит, мама, я знаю теперь башкирский язык. Это когда маленький был. Я говорю, ну-ка, он, а я? Ой, замечательное вот изречение у Мещуков. Андрюша, значит, его повели в храм, и впервые он, значит, оказался в храме, он ходил, смотрел, значит, рассматривал все. И когда нужно было уже выходить из храма, мама Лена ему говорит, Андрюш, надо попрощаться с храмом. Андрюша развернулся и сказал, ну, боги, до свидания. Еще кто-то из них, из Мещуков, сказал, ему сказали, сынок, видишь, это храм Христа Спасителя. Да? А что случилось? Ларисы Брохман замечательно сказал, сынок, когда маленький был, в жизни все бывает, радость и пить чай. Пить чай. Ну вот мы и сами не замечаем, как мы стали взрослыми, как родители наши стали детьми, вот, и многоточие, да. Тишина висит, как сеть. Стаял солнце свет, вот и твой ответ выпьет степь. Степь далека ли даль, а свою печаль, словно пыль дорожную с лица, сотри, не смотри назад. Не смотри в закат, на огонь смотри. Не смотри назад, не смотри в закат, на огонь смотри, смотри. Та соль в горсти, и мое прости, выпьет степь. Степь невозвратна даль, а свою печаль, словно пыль дорожную с лица. Сотри, не смотри назад, не смотри в закат. Назад, не смотри в закат.
Следующая песня про татарку. Татарка, про Питчай. Кстати, Мызгин, ты мне однажды так, знаешь, значит, Лёша подошел и спел мне свой вариант. Чай попил. Подожди, чай попил. Чай попил, разомлел и забыл, чего хотел. Вот ты что спел мне. Да. Я боролась с собой, я с собой боролась, и в одном хорошем месте, очень важном, я это все-таки спела. Такая, знаешь, цитата для своих. Кстати, недавно совершенно, вот был фестиваль, который проходил в Крыму много-много лет, и он был украинский. Мы ездили на украинский фестиваль лет, наверное, 10. Потом он стал непонятно чей. Но нас приглашают, и мы поем. Мы поем, и очень много замечательных людей, которые приезжают на этот фестиваль, слушают песни, общаются. Вот. И совершенно недавно, значит, звонят мне люди и говорят, что на радио, там, на различных радиостанциях называют наши фамилии в связи с тем, что мы внесены в черный список миротворцев. Да. Причем Лариса Брохман мне звонит, слово-то какое, миротворец. Я так обрадовалась, думаю, что-то такое хорошее, наверное, миротворец. Да, а вот выясняется так. Но почему-то назвали 7 человек из всех тех, кто был на фестивале. Вот, позвонил мне Ромка Ланкин, говорит, не уважили, не внесли. А Рома не внесли? Мы так думали. Прочитали, значит, только 7. А потом, когда вошли в этот сайт, прочитали, вошли все. Все остались довольны. Вот. Недовольны только формулировкой, понимаете? Там, значит, умышленное пересечение границы и с целью пропаганды. Вот. Ну, какая пропаганда, вы знаете сами, конечно. Это обидно. Вот с целью встречи с хорошими людьми написали бы, было бы все. Поэтому я несколько изменила концовочку этой песни, вы поймете. Невзначай, напросился ты на чай, просто выявилась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татарку. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, но не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как без заварка? Проходи к самовару, кунак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, душистый чак-чак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, медовый чак-чак. Чай попил, разомлел и забыл, что много дел. Да и надо ли помнить о деле? Посмотри, как хорош край, в котором живешь, так за чаем в окно и глядели. Посмотри, как хорош край, в котором живешь, так за чаем в окно и глядели. Не считали, да и не хотелось, сколько раз закипала вода. Только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Чай с душицей, аминь, занавеску задвинь. Говорю, занавеску задвинь-ка. Ой, скажу, неспроста ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Ой, скажу, неспроста ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Перепели все русские песни, перепели татарские. Ах, и в приглядку с вершины небесной подпевали нам Бог и Аллах. И в приглядку с вершины небесной
подпевали нам Бог и Аллах. Эх, най-на-най-на-на, тай-да-дай-дай-да. И-ля-ля-ли-ля-ли-ля-ля, и-ля-ля-ли-ля-ли-ля-ля, и-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ля. Дальше. Пора учить украинские песни. Спасибо. Еще одна песня, которую я хотела спеть на Гиделе, на гала-концерте. Ну, чего-то я струхнула, потому что запуталась в куплетах. Вот потом, значит, на юности я спела то, что, значит, я сумела вспомнить, удержать в себе. Сегодня я спою ее всю. Еще один персонаж вот не доехал до концерта, но передадите, что был куплет и о нем. Ушел старик, старик был стар, может, просто шел, может, нес товар. Он устал, присел, он сказал: «Уфа!» И сказали все: «Ну, уфа так уфа, поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа, нам пора, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа». Кто в Уфе живет, не суфле жует, до своей горы каждый сам идет. Если деньги есть, ты Уфа гудишь, если денег нет, ты чешма сидишь. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. И опять пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Да чего ж, рахат, наша жизнь, скажи, да чего ж пленительные миражи. Не Уфа ли там? Впереди сама приглядишься, нет, то опять чешма. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. И опять пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Почему-то вот захотелось об этом герое написать. Мы пойдем по Карл Маркс, ура, мы в магазин зайдем и возьмем хурмы. Тут народ гуляет и стар, и мал, вот и все дела. Представляешь, Карл, извини, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Урала нет, мы пойдем туда, где живет Урал, но не тот Урал, что курей покрал. Если встретишь парня, что выше скал, ты сам поймешь, это наш Урал. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Мы пойдем туда, где живет Эльшат, и хотя он занят и график сжат, мы ему споем, а он нам споет. Тут и солнце враз над Уфой взойдет. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Из Уфы
беги, улетай, уедь, но одно поймешь и сейчас, и впредь для того тебе и даны пути, чтоб в чужих глазах земляка найти. Поспешай, пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа, и опять пора, впереди гора, под горой Лафа, на горе Уфа. Браво! Спасибо. Спасибо всем, кто подпевал. Рая довела до слез. До слез довела. Но один этот блочек тоже сделаю, но с поправками, да, как Рая сказала сейчас. Сначала обязательно Висбор, потому что без Висбора я сегодня не уйду. Это вот две песни Висбора, которые крайне редко я слышу, что кто-то пел другую, но я их пою сюда. Первый — это вот на музыку Мишеля Леграна. Правда, я эту мелодию Леграна не нашел. Перерыл все. Ну, так написано, и у него написано. Да, да, нет, у него написано. И в книге, в сборнике, что это на музыку Мишеля Леграна. Но я эту мелодию не нашел. Нету ее. Давай сбросим. Сбросим. Мой любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы были судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осенью летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, лишь торопливый поцелуй оставит нам. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Да, на 3 дня. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Браво!
песня, кстати, очень трудная. Да. Ну, еще одну тоже, тоже Висбора, но опять же, редко слышу, что кто-то пел. Ну, старые самые песни мне очень нравятся. Ключ. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной, когда мы с тобой вернемся туда, откуда ушли давно, когда мы прорвемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Обнимем наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в забытую жизнь, в замечательный круг кинемся сгоряча. Там август, как вилы, вонзает лучи теплым стогам бока. Там тянут речные буксиры в ночи на длинных трассах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Другие ребята за нами пройдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут, что ж отгремел наш бой. И если покажется путь невезуч, и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Ну и вот третью песню я поменял, потому что Рай говорит, ну как же так, надо же обязательно петь Андрюшу Козловского. А мы и в кругу друзей и вместе поем обязательно эти песни. Вот поэтому сейчас попробуем вместе эту песню. Да, которая нам хватит. Которая... Помните, как предыстория, что говорил, да? Предыстория. Безгабулда. Безгажитар. Мы даже по-татарски пили. Пока есть вода и заварка, пока для гостей ни того, ни другого не жалко. Копи, не копи, все равно не успеешь потратить. Нам хватит. Нам хватит. Отведав вина, не считать на лозе виноградин, с
смотреть на огонь, просто так ничего-то там ради. Подальше от тех, о которых забудем, как звать их. Нам хватит. На-да-дай-дай-дай-да. На-на-дай-да-да. Нам хватит. Да-да-дай-дай-да. Нам хватит. Да-да-дай-дай-дай-да. На-на-дай-да-да. Нам хватит. Да-да-дай-дай-да. И все мы поймем, помогая подняться уставшим. Так что там кроить и делиться на наших и ваших? Пускай по счетам нам никто ничего не заплатит. Нам хватит. Да-да-дай-да-дай-да. На-на-дай-да-да. Нам хватит. На-да-да. Хватит всего, нам всего понемногу досталось. Еще бы хоть самую малость, но лень да усталость. О чем помолчим на последнем, на главном закате? Да, 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 нам хватит. Абсолютно, как Андрюша Козловский говорил, репетирует только трусы и бездари. Прямо вот сходу эту песню. Да. Там, где репетировал, там ошибался. Я не зря заказала эту песню. Не песню, а вообще песню Андрея Козловского. Дело в том, что неделю тому назад была у Андрея на даче с его супругой Лизой. И когда речь пошла, ну, мы в баньку ходили, значит, там парились. И, в общем, свежий воздух, и там Ленька его бегает, трехлетний, значит, да, Андреич. Замечательно, конечно. У него золотые руки, у Андрея. Он строит дом, он построил баньку, вот, и еще умудряется рисовать. Вот. И он когда узнал, что я еду сюда, он сказал: передай, пожалуйста, Ильшаду. А передай Ильшаду, значит, вот чего. Кружка с рисунками Андрюшки. Ух ты! Да, именная. Это все он сам. Ну, спасибо, да. Спасибо. Спасибо, Андрюша. Здорово. Ага. Вот на этой замечательной ноте мы и завершаем, как это называется, очередную встречу в музыкальной гостинице галереи «Арт-эксперт». Арт-эксперт. Во, выговорил. Да. Я выполняю просьбу Раечки. Еще раз напоминаю, что 1 февраля в Малом зале РТИ состоится концерт, значит, где будут петь девчонки. Для девичник, да, да, да. Сходите, пожалуйста, за нас тоже. Да. Спасибо. До встречи. Идем, подпевай. А слова есть у кого-то? Да, у меня слова нет, есть, но очков нет у меня. Очки, тапочки. Давай единички. Мне. О, мне очки. Маленький, какие будут?
Ну, вы знаете, это авантюра, честное слово, потому что за два дня Эльшат говорит, а вот неплохо бы выучить вот эту песню. А ее поют-то уж прямо кто только ее не поет. Я, значит, самые-самые, это... да. Самые-самые. Ну, вот, даже значит, Земфира вместе. Поет. А мы тоже что, не можем? За акцент меня простят. Синь ураган юлна минурайман Эзэрэнэ тугэм уснурам Синь сулаган юзнамин сулайман Койда, койда гана узэн, койда гана Кусмура, койда, койда гана узен, койда гана узен, кусмура. Син сиелгем толга, мин сиелем, бирелерге койам. Уснурам, синь сиелген жилгемин сиелем. Койда, койда гана узен, койда гана узен, уснурам. Кемнергене аңлар хислеремне, Томакланса якта күз нурым. Жиллергене сүйе шешлеремне, всем. Давай кланяться. Кланяться.